Центр управления нарядами управления МВД по городу Чебоксары внедрили новую систему приема и обработки сообщений. Реагировать на вызов полицейские будут еще более оперативно. Получается, позавчера я сидела дома ВКонтакте, пришло смс от имени друга с просьбой помоги, и номер карты, да, не задумываясь, перечислила. 3000 рублей, да. Через 3 часа дома будет. Переписка есть. Для большей эффективности управления нарядами, несущими службу по охране правопорядка в столице, с начала ноября были подключены дополнительные абонентские номера 02 для приема сообщений и заявлений от граждан. Раньше у нас всего 5 линий было. В настоящее время министром нашей республики, генерал-майором полиции Сергеем Ясковым, принято дополнительное установление еще 3 линий. И настоящие 8 линий у нас выведены сюда, центр управления нарядами, чтобы таких фактов, чтобы не дозвонился, не было. У нас все граждане дозваниваются и сообщения реагируются моментально. Высокой результативности принимаемых мер способствуют около 2000 камер видеонаблюдения, установленных на территории города, в том числе в местах массового пребывания граждан и на территориях высокого криминогенного риска. До конца года еще хотим установить 174 видеокамеры. До конца года по программе «Безопасный двор». Кроме этого, еще 8 видеокамер распознавания государственных номеров. Благодаря этой системе значительно снижается количество совершаемых преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, грабежей и разбоев. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика.